Ну что ж, танцуешь ты очень круто. Но мы продолжим нашу проверку. В Новый год принято дарить подарки и поздравлять своих близких, друзей и родных. А ты уже придумал, как будешь это делать? Давай порепетируем. Ты можешь записать для меня новогоднее стихотворение, альпесенку спеть или просто сказать красивые слова. Но что я жду от тебя? Самое новогоднее поздравление. Так что сними вместе с папой и мамой и отправь его мне.